такой лист. Сизый такой лист. Это уже вот отцвел. Это бутон. Я понимаю, что еще будет распускаться. А это распустивший. Огромный такой шарик. Вот он. Просто даже интересный. Такого еще не видела. Пушок такой. О. Больше моей ладошки. О, шар. Шарик прям такой. Вот такие бутончики. На нем. Что это за цветок? Если кто знает, подскажите нам. Оказывается, этот цветок называется козлобородник. Вот он. Это уже он отцвел. Утром распускаются такие вот цветочки. А потом они превращаются вот в такие шарики. Вот они. Вот это вчера цвел. И вот они сейчас по ветру распустятся, где-то поселятся. Так же, как вот и у нас. Вот. А это такой красивый шарик. Вот распустился буквально с утра. Отцвел утром. Вот эти бутончики расцветают утром. Желательно, конечно, захватить, как они цветут. Вот такой вот интересный цветок. Расцвел, он попал. Этот цветок, козлобородник, попал сюда просто случайно. Принесло ветром, наверное. Шапочка такая красивая. Вот надо его собрать, эти семена, и потом посадить. Утро. Сегодня 6 утра. Я пришла к цветку. Вот, ну, это вчерашних 2. А вот так он цветет желтым. Вот они, цветочки. Вот они. А это сегодня, наверное, днем распустится. Вот такие желтые цветочки. Вот они. Ровно 12 часов, и на месте, где цвел цветочек, вот он, что получилось. 12 часам шарик. Вот они.